Обычный вечер в магазинчике с барной стойкой на улице Губанова. Атмосфера располагает к неспешной беседе и новым знакомствам. Александр и Вячеслав, встретившись здесь впервые, практически сразу стали друзьями по интересам. После продолжительного разговора о обильных возлияний, Вячеслав предложил проводить до дома своего нового товарища. На улице в какой-то момент Александр понял, что молния на его куртке не застегивается, и решил позаимствовать верхнюю одежду приятеля. Однако тот куртку отдавать просто так не захотел. Я его повалил, начал избивать сначала кулаками, потом ногами. Я потом избил его, нашел бутылку, разбил. А что разбил? Об дом, по-моему. Да, об дом. Сел на него, начал ему горло. Полицейские задержали Александра, что называется, по горячим следам на квартире его знакомой. Он во всем признался и сейчас сотрудничает со следствием. Погибший Вячеслав оказался местным жителем. И установлена личность трупа. Ну, им является гражданин, который проживал, значит, недалеко от места обнаружения, примерно в 100-200 метрах на проспекте имени Кирова. Значит, ну как характеризовался? Проживал с матерью, значит, ну, злоупотреблял спиртными напитками. Вот. Постоянно посещал питейные заведения, находящиеся, значит, недалеко от места обнаружения трупа. Светлана Гордеева, Андрей Фомин, специально для 63.ру.